был мальчик до 15 лет, он абсолютно не ходил, он с ДЦП, очень тяжелой формой, мы с ним занимались год. Была сильная спастика, и буквально через год он начал делать первые шаги. Он абсолютно не мог ходить. На ипотерапию абсолютно разные. Мы начиная от здоровых, заканчивая совсем тяжелыми, и ДЦП, и аутизм, генетические заболевания, и со слуховыми там патологиями. Любые детки, любые. Мы берем всех, и на всех свой результат, конечно, виден. Одним ребеночком мы считаем постоянно, у него лучше начинается плюс, там, сложение, вычитание, все гораздо лучше, конечно. Разные эффекты дает эпитерапия с различной сферы. В первую очередь мы работаем на расслабление, а затем уже на физическое состояние улучшаем.